Сотни лет назад через Северный Кавказ проходил Великий Шелковый путь. Теперь по его следам планируют проложить великий туристический маршрут. Такую идею поддержали на федеральном уровне. В стратегии развития туризма в России Шелковый путь вошел в тройку самых важных и актуальных проектов. В древности караванная дорога переправляла шелк, а в наши дни способна привлечь туристов и улучшить экономику края. Умная, правильная, современная, такое многоаспектное развитие туризма является во многих регионах мира локомотивом развития экономики. И нам здесь, на Северном Кавказе, ничто сегодня не мешает туризм как локомотив использовать. И мы будем об этом тоже сегодня говорить. Поэтому у нас и среди участников, и экономисты, и маркетологи, и аналитики, и грузоперевозчики, крупные компании. Кроме участников из Северного Кавказа, более 100 ученых и других специалистов по туризму приехали из разных уголков страны и даже зарубежья. Жан-Карло Пачита руководит крупным туристическим агентством в Италии. В России впервые. Итальянца серьезно заинтересовал туризм на Кавказе. Кавказ – очень перспективное место для развития туризма. К тому же у Кавказа и Италии очень много общего. Богатая культура, кухня, климат, много достопримечательностей. И при правильном продвижении рынка Италия заинтересуется Кавказом как туристическим кластером. Ближайший месяц Жан-Карло посвятит исследованию Кавказа. Затем разработает туристический маршрут, который и предложит итальянцам. Я хотела бы подчеркнуть, что это не просто межрегиональный проект. Это не просто международный туристский проект. Это супер-мега-проект. Достаточно сказать, что маршрут Великого Шелкового пути, который объединяет не просто страны, континенты, это самый длинный туристский маршрут, который в настоящее время проектируется в мире по определению Всемирной туристской организации. В течение 2 дней в Северокавказском федеральном университете обсудят не только этот масштабный проект, но и в целом развитие всесезонного туризма в округе, организацию новых авиа- и автотуристских маршрутов, прибытие и размещение гостей региона. Мы хотим поставить задачи, понять, как можно было бы это вывести уже в ранг культурно-познавательного туризма. Правильно сформировать маршруты, правильно понять, где ядро вот этого интереса заложить, как привлечь молодежь сюда. Это в первую очередь. Молодежь уже заинтересована. На 2-й день конференции студенты из КФУ представят свои лучшие туристические проекты и разработанные с креативным подходом маршруты. Мария Жирова, Роман Солодовников и Владимир Кириллов, АТВ «Ставрополь».